Новополоцкой школе номер 2 присвоено звание «Школа мира». На церемонию присвоения учреждению образования звания «Школа мира» и вступления ее учащихся в миротворческий класс приехали председатель областной организации общественного объединения «Белорусский фонд мира» Татьяна Туманова, председатель Витебского областного совета депутатов Владимир Терентьев. За все эти годы фонд мира, он не утратил своей значимости. И сегодня, как наш Белорусский фонд мира, так и областное отделение очень много делает в различных направлениях. Решение присвоить средней школе номер 2 почетное звание «Школа мира» было принято на основании работы по увековечению памяти защитников Отечества, гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Школа сегодня имеет богатую историю, об этом уже говорилось, великолепный музей, замечательные традиции. И сегодня мы вправе сегодня ждать от этой школы, что ее ученики, которые на многие годы уже воспитывались вот на этих самых традициях, сегодня будут и сами учиться, и сами будут воспитываться в духе миротворцев и оказывать содействие своим коллегам, которые обучаются в других школах и в других классах. В Полском районе на основании поисковой и исследовательской работы военно-патриотического клуба «Разведчики воинской славы» установлено 11 памятников и 3 мемориальные доски. Проект «Школа мира» реализуется в Витебской области с прошлого года. Первым в области учебным заведением, получившим это звание, стала средняя школа номер 1 городка. Вторым в Витебске средняя школа номер 28. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.